на этом листе. Вот на этом. В один слой. И все. Чуть-чуть поваляла. А сколько по часу это займало? Долго раскладывать. Примерно 2 часа. Угу. А носится этот шарф? Да, носится. Носится очень хорошо. Всем нравится. Угу. А что еще робили на курсе? Мягенький. Потрогай. Ой, да, да, мягенький. А что еще робили на курсе? Мы еще только не робили. Все робили. Бусы, кветки, шапочки. Я тапки люблю делать. Это для своих. Для дочерей. Взрослых. Делать для внучки, для правнучки, уже не знаю сколько, еще 5. Это так приятно.